Всем привет, с вами я, Вова Тишевский, и перед вами Leeco Le 2. Сейчас я буду тестировать игры, и мы будем смотреть, насколько крутой этот девайс в играх, так как в Antutu Benchmark он выдает существенные цифры, 95 практически тысяч попугайчиков, как это называют, да? В общем-то, давайте будем тестировать игры и смотреть, что из себя будет представлять данный девайс. Кстати, обзор вы можете посмотреть на канале. И также я скину в описании к этому видео ссылочку на продавца, где я купил, если вам интересен этот девайс. И еще распаковку самой посылки тоже на моем втором канале вы тоже можете посмотреть. Итак, World of Tanks Blitz. Так, что там мы тут? М легкий. Честь юбилея. Кто-то хочет стать друзьями. Отлично. Окей. И получается, смотрите, в настройках мы ставим все на высоком, но только убираем тени. Для начала. Мы посмотрим сейчас, как это будет работать с отсутствием теней. И давайте я тут как раз вот недавно прикупил Black Prince. Вот только-только. Кстати, тут может быть есть возможность проапгрейдить. А, ну только за свободный опыт. И давайте попробуем, что из этого получится, какие у нас будут выбиваться, выдаваться FPS-чики. Сразу хочу отметить то, что цель этого видео показать вам не то, как я там умею или не умею играть, а цель показать вам вот именно вот этот угол, правый нижний, FPS 54. Поэтому я буду стараться его не закрывать, но поверьте, мне не очень-то удобно играть на смартфоне, еще передо мной камера. Ну, это такое. Так, ну, не вижу чердак. Нифига там не видно. О, а вот этот уже тут. Слушайте, я вам закрываю эти FPS-ки, да? Ну, у меня просто другого варианта нет. Иначе я буду сейчас как... Ну, вот этого Куромори надо долбить. Вот это я косоглазый. Не пробил. И кажется, он заезжает. ВК-30. Оба-на, кто-то меня уже тут долбит. Быстренько назад. А иначе меня сейчас просто тупо раздолбят. Так, сейчас бы... Ох! Да что ж такое-то, а? Ха-ха. Справа никого нету. Так, квас пошел. Я тоже буду выскакивать. Погнали. Отличненько. Сейчас я за камень стану и буду захватывать. Потому что там двое танков пошли, а тут... Вот сейчас... Как раз КВ-13 будет выскакивать сюда. И мы его будем выуживать. Давай. Выезжай, товарищ. Сейчас он назад отъедет. Или не отъедет. А 60 FPS в любом режиме — это самое главное. Наверное, важнее всего. Также хочется отметить то, что... Греется аппаратик. Ты-дыщ. Ох, у него раскраска боевая крутая. Так, это тоже выезжает или не выезжает. Так, долбим куда-нибудь. Так, ребята. Давай, сбивай захват. А захват он не сбил. Ну, я, наверное, сойду с захвата, так как мне интереснее... Оп! Все, я вышел с захвата, так как интереснее добить. Да, все, добили. 36, видите, падает FPS, проседает. Я представляю, что будет, если будут тени. Итак, подведем краткий итог. World of Tanks Blitz весьма положительно на максимальных настройках. Без теней. С тенями будет, конечно, печалька. Следующая игра у нас идет Асфальт 8. Только бы нам сейчас завернуть
Все остальное оставить только асфальт 8. Заходим в настройки. Так, ну да, окей, да. Сейчас что-то тут перезагружается. Сейчас главное зайти в настройки, посмотреть графику. Какая графика? Вот заходим в настройки, звук дисплей. И высокие. Видите, самые высокие настройки графики. Так, теперь мы выбираем какую-нибудь трассу. Давайте Токио, так как она такая достаточно красочная. И нам нужно приехать без аварий, без всяких там плюшек. Плюс ко всему мы можем сейчас нитроч вкачать. И погнали. Достаточно долго грузится игра. Но я надеюсь на максимальную графику и отсутствие лагов. Вот, в принципе, на отсутствие лагов я, наверное, рассчитывать не буду. На максимальной графике. Явно FPS 15-20, не больше. Хотя все присутствует, все есть. Детализация отличнейшая. Итак, мы сейчас дрифтуем. Зайдем сюда. Ха-ха. У-ху. Бочечку. Да, из-за лагов, конечно, существенно тяжелее играть. Но пофинтить можно. Как вы заметили, я игрок еще тот. В Асфальт 8 могу показать офигенные прикольные штуки. Ох, все-таки авария произошла. Печалька. Надрифтил аварию. Так, ребята, ну я, конечно, все понимаю, но вы у меня на пути. Еще одну аварию. Вот так вот. Не, очень сильно проседает FPS, и реагировать очень сложно. Сложно, неудобно. То есть нужно обязательно будет понижать качество графики, и тогда можно адекватно играть. Вот сейчас я прикольный вот этот туннель. Мне нравится этот туннель тем, что я могу вот так делать. Кто так делал в этом туннеле? Признавайтесь. Сейчас мы еще один разочек. И сейчас выйдем. Оп! Смотрите, через крышу. Но была авария. Вообще, когда хорошее количество FPS, когда ты можешь адекватно реагировать, то я вылетал вверх ногами часто. Очень часто вылетал вверх ногами. Здесь мы пойдем на эту сторону. Ну и мы, конечно же, придем первыми обязательно. И теперь максимальное ускорение. Конечно же, я первый. Надо понижать графику, тогда будет намного круче. Однозначно, при понижении графики будет намного легче, удобнее играть. Поэтому я так скажу, что на максималке с Асфальт 8 Лека Л2 не справился. Кстати, тут у меня, по идее, должен был No Limits быть. Давайте мы посмотрим, как будет No Limits идти. Я думаю, что это будет тоже интересно узнать. Насколько я помню, No Limits достаточно долго прогружается на смартфонах. Сейчас мы посмотрим, как будет прогрузка здесь идти. Кстати, у меня есть видео очень классное. Возможно, оно еще не вышло, когда вы смотрите именно это видео. Но в ближайшем времени выйдет тест скорости загрузки приложений. То есть, одинаковое приложение, к примеру, на Xiaomi Redmi Note 3 Pro или на Meizu M3 Note и на вот этом Leica. Очень интересно, как держит в буфере обмена приложение, как его перезапускает или не перезапускает. Очень интересно, советую дождаться, посмотреть. Если вы не подписчик, подписаться и увидеть. Я думаю, это будет многим-многим безумно интересно.
Также хочу отметить то, что здесь у нас идут три сенсорные клавиши, вот они здесь. И в принципе они не являются дискомфортными в плане игр, потому что я в этой части не дотрагиваюсь, то есть я не держу такой частью аппарат, поэтому это тоже не проблема. Итак, сейчас мы заходим и смотрим, что у нас здесь есть. Помните, что в Need for Speed No Limits управление идет не акселерометром. Ну, может быть, там и есть возможность выставить акселерометр. Вау, классная тачка. У меня такой не было. Это какая-то интересная гонка, я такую еще не видел. У-ху, меня понесло, вот это да. Такого еще у меня ни разу не было. Слушайте, кажется, я тут немного подотстал. Летим, чтобы... Оп! Обгоняем полицию. Обгоняем всех. Ну, пока я первый. Эх, полиция обогнала меня. Ну, а так, да. Золотая штука. Завершено. В общем, идет весьма-весьма годно и достойно. Есть еще одна игруха, которую я ни разу в жизни не запускал. И она установлена на LEGO LE2, поэтому давайте ее попробуем. Ого. Пойдет. Теперь проводим. Ну, в общем-то, короче... Техника боя такая же самая. А вот так. О! Сейчас вольнем его. Пойдет. Сразу спалил его нафиг. Неплохо, неплохо. Правда, единственное, что я не сильно люблю GameLoft за их злой, просто злющий донат. Но, в принципе, я бы попробовал. Весьма интересно вот пройти какую-то историю, что-то интересненькое. Все-таки немного WWE Immortals поднадоели. Надо будет попробовать. На этом я буду заканчивать свое видео. Кстати, кто из вас наблюдательный, то заметили, сколько село батарейки, да? То есть, сколько в начале было батарейки, кто... И сейчас, спустя 22 минуты сейчас на моих часах, сколько я записываю это видео, сам ролик будет меньше, так как будут части некоторые вырезаны. И вы можете написать в комментариях, сколько же все-таки процентов село за 22 минуты игр. На этом я буду заканчивать. Подведя итоги этого девайса, скажу, что LEGO LE2 весьма-весьма достойный аппарат за свои деньги. 3 гига оперативки, 32 встроенной. Все очень-очень на высоком уровне. Просто крутой гаджет. По-другому не скажешь. Спасибо большое за то, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока! А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.